материться можно? Итак, многие мои подписчики, друзья и родственники, что, в общем-то, одни и те же люди, часто получают от своих подруг, жен и сестер, что тоже одни и те же люди, разные дурацкие подарки на 23 февраля. Я знаю, как на них реагировать, и я покажу вам, как это делать. Поехали! Что это такое? Это плеер. Это подштанники! Обожаю подштанники! Отец ходил, у меня дед ходил, у меня дед деда ходил. Как вы нашли моего деда? Вы чё, копали? Когда ты даришь такую штуку, ты типа намекаешь своему парню, мол, у тебя ноги худые, Денис. Оденься! Да ну, это ерунда полная! Интересный подарок! Следующий! Мяч! Чего? Велосипед. Закаточная машинка для банок? Вот подаришь вот такой вот, вот реально, вот жди на 8 марта развод. 4 балла этому подарку. Набор отверток. И как торт подарить электрику? С днем рождения! А-о! Она развивает моторику рук. Как она работает? Какая-то. Используется как утяжелитель для куртки или давитель чеснока. А теперь подарок от меня для вас. Покупай подарки в Эльдорадо мужикам. Эльдорадо, дари что надо. Мужикам нужны подарки. Покупай в Эльдорадо, дари что надо. Эльдорадо, дари что надо. Смотри список моих желаний на сайте eldorado.ru.